Ну что, друзья, это планета Земля. Слава Богу. И не только это планета Земля, это еще и на моя Земля, да, именно что, понимаете? Не чья-то там, блин. А моя. Все-таки Москва, это тоже. Все это, слава Богу, привычное. Вот, благодарим Господа, что мы не в Иерусалиме. А может быть и наоборот пожалеем об этом. Я не знаю. По-любому сейчас ждем. Вон, видите, какая строечка. Правильно, так вот. И именно что. Как сказал какой-то писатель, самые большие злодейства всегда творятся именем Бога. Так что вот так. Ну, тут у нас еще, как видите, Макдональдс имеется. И я настаиваю на том, что все-таки эти две черточки и точка, это намек на то, что все осталось как прежде. Правда, люди говорят, что оно там изменилось все там, в смысле, вкус. То есть стало вкусной точка. Но я вам скажу, что Макдак и так в последнее время не блистал особенно вкусовыми качествами. Говорят, что он это оптимизировал производство. Опять же, мне очень нравится это слово оптимизация. То есть в этом и заключается суть оптимизма. Суть оптимизма заключается в том, что все становится хуже, а ты со смеющейся рожей, с довольной, ходишь и радуешься, как ребенок. То есть, как в том фильме. Я обоссал все, барную стойку, лицо бармена. А он стоит и улыбается. Дай-ка где-нибудь бросим свое великое тело. Вот сюда.